Добрый день, сегодня будем играть в Франкенштейна технического. Есть вот корпуса от педалей, давно они у меня уже есть. А есть вот педали, как видите, сломанные. Сейчас будем делать из двух сломанных одни рабочие. Сразу поправить просто. Может быть интересно в том плане, ну не все разбирали педали, вдруг кто-то не разбирал, ему очень интересно, как же это сделать. То все очень просто. Ну, начнем вот с этой, допустим. Лучше воспользоваться, конечно, ключом. Так, и чем еще? Газеткой. Старая грязь, смазка нам ни к чему. Так. Как видите, довольно много. Вот, и опять же, вот смотрите, он же люфтит. Так. Ну, давайте эту берем. С этой будем работать. Полезно иметь торцевые ключи. Ну, вот, допустим, у меня такой вот набор. Набор такой вот ключ. Так, здесь у нас, по-моему, на 13. Ну, сейчас искать неохота на 13. А, ну, может, в советских раньше был другой. Все получилось. Покажу только, как я один разбираю. Так, ага. Гайка уже давно свинчена. Так, гайка у нас внутри осталась. Допустим, оп, при помощи нет, не получилось идея. Сейчас что-то нам надо чем-то подцепить. Гайка извлечена. Далее идет. Так, видно. Ага, я, наверное, затылком все закрывал. Далее идет шайбочка. Тоже в смазке. И идет следующая гайка.
Нет, это вообще какая-то неправильная гайка. Ну, она открутилась, но она неправильная. Сейчас я вам покажу. Не совсем гайка, это уже как конус. Так. Так. Вот такой интересный я подвидел одного мастера способ извлечения шариков. Летаем при помощи магнита. Не, ну что-то они плохо извлекаются. Тогда извлечем при помощи пальца. А, просто слабенький магнит. Это у меня есть два других, но они сейчас не здесь. Это один магнит с шариками. Соответственно. На второй магнит с другой стороны шарики. Сейчас их немножечко. Все извлечено. Теперь будем надеяться, что у нас, ну вот они похожи, ну, как похожи, одинаковые они. Все, начинаем что делать? Протирать. Протрем, смажем. И все должно заработать. Я люблю использовать газетки, вот кусочки, я их потом использую для розжига костра. Они в смазке, масляные, такие хорошие. Вот. Хорошо горят. Без проблем. Готово это. Нам не надо. Ось. Протерли. Так просто ее протереть. Вот она, смазка кусками. Ось готова. Надо.
Шарики лучше, конечно, промыть. Ну, что-то лень. А, вернее, у меня этот керосин, которым я промываю, тоже не дома. Так. Ограничимся. Десять шариков. Здесь. Так, это мы сделали. Теперь давайте эти шарики тоже самое. Так, странно, здесь почему-то 9. А вот нет. Уже одно из двух, либо один я потерял, либо его там не было. 4. Но потерять я не мог. Значит. Возможно. Его не хватало просто, поэтому там какой-то небольшой люфт наблюдался. Ну это хорошо, что это вот который под вот этим вот конусом шарика не хватает в этой кучке. Потому что его легче заменить. Я сейчас соберу то, что есть. Если подлежу, может я что-то там не прав где-то как-то. Может так и должно быть 9. Ну, есть сомнения, что 9. Если что, у меня опять же, по-моему, не дома баночка с шариками. Так, все. Давайте. Куда-нибудь сейчас уберем. Что нам надо? Нам нужна смазочка. Так, ага. Если чего-то не хватает, то, возможно, оно осталось на месте. Так, начинаем снизу. С маски. И наносим. Угу.
шарики снизу, вот они. Начинаем их укладывать. Такое ощущение, что сюда и 11 влез бы шарик. Так, так, так. Ну ладно, давайте будем думать, что надеяться, что все правильно. Так, это мы делаем еще. Смазываем ось. Будет люфтить, переберу еще раз. Как видите, не так уж и долго. Тем более все уже, если чистое помазано, не надо это протирать, только добавить, убавить шарик. О, здесь что-то написано. Вот или цена, что-то выбито. Ну ладно. Да нет, вроде ничего. Нормально. Ничего. Ну вот здесь как-то не очень мне нравится. Оно большое отверстие, туда легко уронить внутрь шарик. Ось можно было сделать потолще. Ну, с другой стороны, как бы от спортивки, что может облегчить массу. Поэтому такая ось. Вот, кстати, здесь такое ощущение, что как раз они все на месте. Так, что нам надо немножечко подмаслить. Не подмаслить, смазать. Ну.
наблюдаем. Никакого люфта, в принципе, нет, значит, так и должно быть. Так. Кладем шайбочку, гаечку. И ключиком. Каким? Вот этим. На 10. В данном случае получается. Затягиваем. Все, завинчиваем крышечку. Одна педалька готова. А, на 18. Нет, даже на 17 надо здесь крышечку. Затягивать эти крышечки. Так, все аналогично. Сейчас сделаем вторую педальку. Благодарю за внимание.